Всем приветики! Сегодня мы вещаем вам со Львова. Город Львов, шикарный, красивый, самый шикарный. Ну, может, не самый шикарный, но красивый город. Спасибо. Мы идем, сейчас мы направляемся в сторону оперного театра во Львове. И нас там ожидает Кума. Она уже приехала. Мы приехали просто вчера во Львов, а она приехала сегодня во Львов. Поэтому они сейчас там гулять ожидаются, и мы встретимся. Вроде погода неплохая сегодня, солнечно. Хотя планировали вчера по погоде, мы смотрели, должен был быть дождь. Но вроде как солнечно. Так что мы двигаемся. Так, мы шли, але запуталась конкретно. Нужно язык до Києва довести, мы спитали. Тому маємо двигатись. Маємо движение, чи как його сказати? Рух, маємо рух. На оперне, але я не бачу, вона сказала завернути, і тут начебто буде оперне, але чого? Я не бачу. Треба знов спитати у когось. Люди, допоможіть мені! Так, ми все ще рухаємось. Якоби дівчина тягнеться до хлопця на мосту. Фух, як мені жарко. Фух, ну це краще, ніж був би лівень. Все же. Что-то мы пошли совсем не той дорогой до оперного. И где-то мы вообще непонятно где. Хотя я кусочек оперного я видела. Блин, ну куда нам идти? Ёшкин. Так, мы уже почти дошли. Там сзади на фоне оперный. Сейчас где-то Кума здесь. Где-то она говорила в Макдональдсе, что ли. Сейчас, наверное, зайдем в Макдональдс. Посмотрим, где она там. На нас чекают на улице. А, все. Ну забери у нее. Воронусь! Что ты делаешь? Нет, это мое, куда? Я думала, это мусор. Так. А не, ну кто мусор? Привет! Добрый день! Добрый день! Я же хотела снимать. Мы застрелились в Львове, бачите? Поэтому я надеюсь, что я снимаю правильно, а не туда, поняла? Я бывает передумываю, да. Дядюнь, иди сюда. Ой, передумываю. Она уже вынимает, хотела портрет. Боже, как тут хорошо, как тут добрая душа. Она уже подзернулась. Жарко очень там. Палка такая, что... Палка такая, что оторви, выкинь. Мы уже гуляем по... Осторожно, там машина, Марго. Машина едет. Мы уже гуляем по... Стой! Мы уже гуляем по старому городу. Сейчас такая погодка, уже вроде было солнце, жарко, сейчас начинает как-то так уже, так скажем, на дождик что ли заходить. Я такая, давай быстрее топать. Марго, смотри сюда, позаглядывай. Помахай всем. Всем привет, да? Ой, боже, я думаю, что я там обнимаю? Нас хоть видно, сейчас позор будет такой. А ну, посмотри. Аккуратно, Маргарита. Видно хоть нас? Тебя вижу, да. Слава яйца. Везде вижу. Пошли. Да, идем. Сейчас планируем где-то присесть, наверное, где-то что-то выпить. Ну, может, какой-то кавы или что-нибудь такого вкусненького. Вот тоже машина экскурсовой. Маргарита! Марго! Ого! А шеха там на весь Львов. Марго, вот смотри, кава. Марго! Марго! Сейчас посажу тебя. Давай Рутю. Мы идем. Домой, мы чуть-чуть в другую сторону пойдем. Там дорога, что где-то. А что мы тут вообще шаримся? Не вот знаю. Кава есть. О, давай возьмем. Что, сколько, сто? Где-то сядем, да? Да и все. Вон, лавка свободная. Эрня, можешь занять лавку? Там просто свободная одна. Вон, видишь, будешь кофе? Какое? Капучино, что? Добрый день. Ой, я себя если что снимаю. Марго. Я не знаю, что. А что такое допью? Кто? Длинная спрашиваю. А, да такое, что ты проснешься. 10 раз, это неправда. Я 10 раз спрашивала уже, и 10 раз не могу понять, что такое. Я хочу что-то вкусное такое. Ну бери, бери, я не буду. Капучино, лайс, лапчик, может, кока. Убирай себе. Так, у нас пошел дождь. Мы спрятались тут чуть-чуть под кафешку. Ну капец, я еще голая. Не, ну
будет дождя. 30% будет. Ага, я вижу. Марго, как ты? У нас ливень пошел. Ну я смотрю, вроде бы недолго. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы зашли в кафешку, такой типа индийский ресторанчик, и решили попробовать индийскую еду. Еще пока нельзя. Вот, смотрите, такие штуки взяла. Я, кстати, забыла, как они называются. BPS, индийская траля-ля называется. Ну, это трюфельки смаженные. Да, какие-то там траливали, морда в сале. Так, а тут... Ай, горячий. Качай, га. Вот, дивіться, в індійському форматі все зроблено, дуже гарно, красиво, пороблено. Ой. Так, ми зараз поки прийшли домой отдохнути, тому що все одно там дощ іде. Може бути, вийде ще к вечору вийти, зараз більш-менш оденемося, хоча б потеплее, тому що я взагалі замерзла. Возьмем зонтики и можно будет двигаться. Пойдем вначале в отель до подруги, до кумы. И потом, возможно, вечерком выйдем еще прогуляемся. Какой красивый собор. А что это за собор? Храм, храм. Греко-католический храм Андрея. Тут рядышком Иисус. Реберня, кафешка, большая такая. Так, мы искали площадь рынок, в итоге пошли вообще не туда. Снова разворачиваемся и идем. Такие узенькие улички тут, капец. Вообще, блин. Так, зашли в пьяную вишню, блин, чуть не снес меня с ног. Так он тебя толкнул, потому что на него наехала. Сейчас я пойду, я к пиццерачнику, да? На стояночка. Бачите, как стека со стенкой. Блин, какой мужик знакомый. Да. Мы где-то пересекались когда-то. А кто его знает? Мне вообще не знакомый. Где-то в Днепре. Бачите, кума, что скажешь? Как тебе на стояночка? Дуже файно. Я не могу в камеру тебя смотреть. У тебя 5. Все? Не, правда, очень вкусная. Классическую взяла, она не, не теплая, не горячая. Предупредили, что вишня с косточкой. Нужно косточку выплевывать. Да ты что? Так, тут разные музеи. Первый музей, второй. Тут какое-то пятое подземелье идет. А, ну я когда-то видела по этим подземельям, но толком не знаю. Знаю, что есть там первое, второе, третье, четвертое, пятое, 25-е. Сейчас мы снова двигаемся уже домой, потому что очень устали конкретно. А надо еще посмотреть, где будет трамвай ехать на вокзал. Мы завтра с раннего утра уезжаем. И едем мы на Славское завтра. Поэтому нам раненько утречком надо быть уже. Да, так что всем пока. Да. А куда нам? Сюда идти? Смотрите, как красиво небо. Шикардосик.